в нити перерік, кину в шахти поля. Вот идут походом Томми умирать за короля. Пусть сгорают вражьи села, голы пашни нет лугов. Короли, народ веселый, накажи Господь врагов. Опять? Сегодня 12-й. Все попадания прямо в лоб. Идите. Это работает германский снайпер. Интересно, он прячется. Thank you.
увидит, проклятый германский снайпер. Неужели наши наблюдатели не могут обнаружить этого немецкого снайпера? Подряд наблюдается кошка. Вряд ли кошка имеет отношение к снайперу. Снайперу нет, но все-таки открыть огонь! Две батареи по месту, где находится кошка. Немедленно две батареи по пункту номер 5. Огонь! Господин майор, батареи бьют здорово. От кошки ничего не останется. Кошка. Роскошь не для солдат, а забава офицера. Следовательно, ясно, что там находилось командование офицеры штаба. Это снайпер с участка 5. Скоро к нам пришлют двух лучших снайперов из нашей школы. Это хорошо, господин майор. Thank you.
хорошо. Ты меня порадовал. С тобой отомстим немцам за захваченные у нас земли. А у меня немцы ничего не захватили. О, как ты можешь так говорить? Ты солдат непобедимый, христолюбивый, богоспасаемый царской армии. Ты забыл родину, мундир, честь, ты... А ты помнишь, что ты сражаешься за его императорское величество, самодержца всероссийского царя? Вы направляетесь на участок 333. С вами ваш солдат. Солдат поедет не со мной, а при мне. Учению конец, на родину вперед! Thank you.
выйдешь с разведчиками, найдешь это место, выйдешь германца и ко смерти. Мне будет жалко забыть Парижа. Париж, весна, фиалки и девушку зовут Мадлен. Thank you.
Самый простой рабочий. А я раньше рабочий металлического завода в Петербурге. Артиллерии в 4 километрах на пункте А3. Германцы готовят вокруг для орудий. Смотрите лучше. Там русские пленные, женщины, убирают урожай. Я не могу ошибиться. Алло, пусть откроют огонь. Mm-hmm.
вы? Рабочий Путиловского завода, Тульского завода, Уральского, крестьянин Московской губернии, крестьянка Эльзаса, завода Золинген на Рейне, фабрики в Марселе, мастерских в Чикаго, фабрики в Манчестере. Рабоче-крестьянское правительство надеется, что рабочие всех стран помогут довести до конца дело мира и вместе с тем дело освобождения трудящихся и эксплуатируемых от всякого рабства и эксплуатации. Председатель Совета народных комиссаров Владимир Ульянов Ленин. Дай-ка сюда. Читайте вслух. Ко всем рабочим, крестьянам и солдатам России. Съезд постановил передать землю крестьянам, фабрики рабочим. Ленин говорит, превращайте войну империалистическую в войну гражданскую. Солдаты, начинайте братания на всех фронтах.
Ваши русские солдаты отказываются воевать за Францию. Уходят на стоянку своего корпуса. Сейчас ушли последние. Обедать. Манжи. Дени. Винтовка. Они отказываются воевать! Застрелите, пристрелите! Война кончена!
за амба? Шабашить будем? 6 минут. И потом, пока сегодня не кончим работы, ни один из бригады не уйдет. И завтра успеем. Завтра за милую душу. Спокойно, не торопясь. Ну иди, иди, иди. Бригаду срами. Сегодня наш кружок я познакомлю с телескопической винтовкой. Цель видна на пересечении двух линий в телескопе, который служит прицелом. Телескоп заменяет таким образом в этой винтовке прицельную рамку обыкновенной винтовки. Виктор, иди сюда! Лентяй, Виктор! Почему не ходишь в стрелковый кружок? Ну, иди послушай. Нет, и кто нас вообще тронет? А если уж и тронет, то вот! Пока.
понял теперь, почему мы все всегда ко всему должны быть готовы. И вместе с нами наши винтовки.